привет! И с вами снова мы, семья Шиловых. С вами Олег Шилов, автор проекта «Корректура», «Шилов.ком». Это моя супруга. Где мы сейчас находимся? Да, в такой релаксовой позе. На самом деле мы пришли в студию йоги. Через полчаса у нас будет занятие. Мы лежим сейчас и медитируем, настраиваемся. Мы думаем только лишь о том, как бы нам не проспать бы наше занятие, потому что тут такой релакс, хороший вид, там, в общем, море шумит, океан, вот только что галка тут каркает, но это было не всегда. Откровенно говоря, ни в одной стране Азии, где бы мы ни были, такого релакса действительно нет. Здесь время остановилось. Действительно. То есть это столько запланировано было сделать всего, а получается все как-то медленно. Время течет прямо вот, прям никак. Вот, ну, вообще в азиатских странах это характерно. Там, где тепло и постоянно солнце, там вообще время замедляется. Мы живем, у нас быстрее во всем. Но скоро тренировка, мы там ускоримся немножко. А пока медитация и дыхательная практика. Салют.